Дождь со снегом и перепады температур внесли свои коррективы в работу служб по уборке территорий. Должной очистки нет, поэтому безопасно и с комфортом перейти железнодорожные пути по пешеходному мосту в Нахабино становится с каждым днем все сложнее, сетуют жители. Нахабинский мост не чистится. Пенсионерам, пожилым людям, также и нам, людям, тяжело стало с одной стороны Нахабина перебраться на другую сторону Нахабина. Но настоящий апокалипсис, по словам нахабинцев, случился, когда в столичный регион нагрянул ледяной дождь. Поручни покрылись коркой льда, ступеньки также обледенели. Но посыпать песком или реагентами этот импровизированный каток никто не спешил. Во время ледяного дождя мост это был просто сплошной каток, на котором можно было просто упасть и уехать в травмпункт. Очень было тяжело преодолевать этот Нахабинский мост. Некачественная уборка моста и прилегающей к нему территории на станции Нахабино в топе проблем, с которыми обращаются жители в государственный технический надзор. Инспекторы ведомства проводят проверку за проверкой. Сегодняшнее показало, за выходные подрядная организация уборку организовала. Наледь счищена, ступеньки и переходы обработаны антигололедным средством. Правда, на самых нижних ступеньках снег плотно утоптан. Вероятно, он появился уже после уборки. Но ситуация до конца не решена, говорят инспекторы. Данная ситуация зафиксирована прилегающей территории железнодорожному мосту. Сам пешеходный мост будет вручено уведомление эксплуатирующей организации и, скорее всего, будут приняты меры административного воздействия. Случай на Нахабинском мосту не единичный. Аналогичные жалобы на пешеходные переходы других станций также поступают, отмечают инспекторы надзорного ведомства. Только там главная проблема – лестничные сходы, которые убирают, как правило, недолжным образом. Валентина Титова, Михаил Петухов, Марианна Быстрова, КРТВ.